Французские бизнесмены стали больше инвестировать в казахстанскую экономику, вырос и взаимный товарооборот двух стран. В Париже подвели итоги этого года в отношениях Франции и Казахстана. Один из руководителей группы компании «Total», которая уже 20 лет работает в Казахстане, получил орден «Достык». Так наша страна отметила вклад французского гиганта в развитие экономики нашей страны. Этот год в целом стал прорывным во Франции. Проведены 3 казахстанских инвестиционных форума, вызвавших большой интерес местного бизнеса. Расширено межпарламентское сотрудничество. Также с успехом прошел казахстанский культурный сезон, в рамках которого французам представили первый фестиваль нашего кино, концерты и выставки. Дипломаты подчеркивают, успешная культурная дипломатия стала хорошим подспорьем для продвижения нашей страны на экономическом уровне. В этом году производство Кашагана было выше намеченного плана, поэтому год выдался хорошим для Кашагана и Total. Total вновь инвестирует благодаря 3 новым проектам по месторождению Донга, который находится недалеко от Актау. И с другой стороны, мы работаем над новой фазой инвестирования по Кашагану, чтобы попробовать увеличить производство. Франция сегодня нам доказывает на деле, что они наши стратегические партнеры. Они выходят на новые проекты по инвестициям, приносят к нам в страну технологии, новые идеи, делятся с нами активно опытом и желают расширять дальше это сотрудничество. И мы надеемся, что предстоящий год он даст еще большие результаты, поскольку мы ожидаем серию визитов, очень важных в нашу страну.